4 сентября Управление торговли администрации города провело мероприятие по раздаче уведомлений на улице Набережная и близлежащих торговых точках о занятии незаконной торговой деятельностью. Начальник отдела управления торговли Узайри Хадисов рассказал о работе на данном мероприятии. Управление торговли администрации города сегодня проводит мероприятие на улице Набережная и на так называемых торговых точках, которые занимаются торговлей и предпринимательством на речке, на забитые сваи, установлены плиты, и вот на этих незаконных строениях предприниматели занимаются незаконной предпринимательской деятельностью. И управление торговли сегодня проводит работу по раздаче уведомлений всем этим предпринимателям о том, что они занимаются незаконной деятельностью. Одно направление, как я уже сказал, это улица Набережная, где предприниматели даже после многочисленных мероприятий, которые провела администрация, чтобы не было торговли на улицах, то есть на проезжей части и на тротуарах, предприниматели, однако же, продолжают незаконную эту деятельность. Мы сегодня раздаем им уведомления. Также мы сейчас вот видим торговые точки, которые расположены на речке, на территории прямо в русле реки Ярыксу. Опять же, здесь уведомления мы раздали всем предпринимателям и тем лицам, как бы, которые являются хозяинами и собственниками этих торговых точек. В ходе мероприятия были оповещены все незаконные торговые точки. Курбан Гериханов, Пирмагомед Пирмагомедов. Информационная программа «Пульс».